Здравия, мои дорогие зрители и читатели! Сегодня я прочитаю для вас легкое стихотворение, шуточное, называется «Ангелочки нюхали цветочки». Ангелочки нюхали цветочки, белые, большие хризантемы. Все цветочки любят заморочки, алгоритмы, логику и схемы. Ангелочки изучали розы. Эти розы думают о сексе, потому что принимают позы эротично и в любом контексте. Ангелочки посадили в землю много сладкой аленькой морковки. Ворожбе их безответно внемлю, а ботву давно едят коровки. Ангелочки привезли мне строчки в маленькой тележке из ночлежки. Ангелочки любят заморочки, белые цветочки и насмешки. Благодарю вас за внимание к моему творчеству.